Одна из самых первых песен, которую мы с Назарем Жуковым записали и придумали, и она же вошла в самый первый альбом группы скромного, под скромным названием «Артур Бермуд». И именно я хотел бы, кстати говоря, по поводу песни «Странник» или еще несколько позиций, я хотел бы с удовольствием пригласить всех 30 мая на свой юбилей, который будет проходить в отеле «Корстен», зал «Чайковский». А билеты сегодня здесь есть? Улица Костыгина, дом 15, там же Ленинский проспект, в отеле «Корстен». Там же мы будем исполнять некоторые композиции вместе с Леонидом Куткиным, это басист группы «Автограф», и, соответственно, некоторые приглашенные товарищи, о которых просто, они, конечно, будут сюрпризом. Я сейчас не буду уже, а то я так скажу, просто, о, нет, вот это придут на меня. Артур, звони.